Ну, хоть роботехи полудохлые уже радует. Так. Рубка есть. Кто тут чешет? Что там, блядь, чмякает? Какая скотина? Ты слегка мертв или слегка жив? Ты чё ты, блядь? Нахуй. Одуванчик. Пойдет манекен. Напоминаю, перед завершением рабочей смены сохраните данные экспериментов и очистите рабочее пространство. Да, вообще сейчас все очистим. Так, ладно, тут-то были, Рафик били. Опять Петров, что ли? Когда ты какой-то Петров? Черт, одни трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберемся. Не привыкать. Так, затаримся, да, потихой? Товарищ ну. Вавилов, тут аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты. По очереди. Еще и, что называется, вслепую. Я сначала хотел их отругать, а потом думаю, приличный вид досуг. Самые настоящие шахматы, новаторские. Что скажете, может, откроем клуб аграрных игр? Да, майор, давайте. Так. Оружие или способности? Способности, давай так. Посмотрим, что у нас тут есть. Полимеров нет нифига. Так. Надеюсь, она спит. Да, конечно же, спит. Складоразбор. Ну все, что надо-то. Пунк. Чпунк, блядь. Угу. Напоминаю, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Монтовошка полетел. Че, побежали? Ловить. Фу.
Пофиг, чем наполнение колбы криополимером успешно завершено. Идет сохранение данных. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Сохранение данных успешно завершено. Внимание сотрудников. Доступ к пестицидному цеху открыт. Примись. Осужденные за клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительных работ в комплексе. Ах ты ж гиперак долбанный. Опа, кто-то там меня очень сильно хотит скушать. Ёбаный бобаный. Так, ладно, где эта херня находится? Вон она, ну. Где, блядь, трупик? А ведь, сука, был. Был где-то ж был. Давай, иди сюда, ты будешь, блядь. Так.